Хорошо, что повернулись. А какие были варианты? Дальновидные люди, там много, да, из моих, многие из моих знакомых отправляют детей учиться. Дети сами сейчас стали очень сообразительными. Дети учат китайский язык и правильно делают, мне кажется. Очень многонаселенные, густонаселенные, с высокой производительностью и желанием производить страна. Поэтому замечательно, поворачиваемся лицом, лучше лицом.